голова света службы информации телерадокомпании «Гомель» у студии Маргарита Шубукова. Добрый вечер. Мероприемство с нагоды 95-летия с дня нарождения народного письменника Беларуси, героя социалистической працы, уладальника шматликих медалей и орденов, автора 130 книг Ивана Шамякина, прошли в Добрушском районе. Пошалося свято на малой родиме нашего знакомитого земляка у вёсы Карма, где ему открыли мемориальную дошку. Удел у мероприемствах приняли министр культуры Республики Беларусь Борис Святлов и генеральный директор Национального мастацкого музея Беларуси Владимир Прокопцов. Подробности у Марины Северьяновой. Свято-Покровская церква у вёсцы Карма Добрушского района. Миновито с яе наведывания распачались мероприемствы с нагоды 95-летия с дня народжения народного письменника Беларуси Ивана Шамякина. Нездарма у белорусской мове словы «святы» и «свято» мают агульное походжение. Великая литература, до створения якой имел дочинение Шамякин, як и церковное служение, утрымливают одну мету – духовное выхование людей. Епископ Гомельский и Жлобинский Стефан рассказал гостям об створении церквы, святым Иоанне и той роли, якую зараз у житті не только кармянцев, але и паломников з усёй Беларуси и близкого замежа отыгрывая гэты Божий пристанок. Тут же кіраўнік райвыканкама Вольга Мохарова передала гостям и дары майстроў Добрушского краю. Затем побач с церквою на будинку Дома культуры была урачисто открыта мемориальная дошка. А у Добрушском Доме культуры у гонар памяти Ивана Шамякина прайшоў концерт. Урывки документальных фильмов об авторы атлантов и кариатидов, подробности биографии, театрализованные импровизации сторонок шамякинских романов и, зразумела, шмат добрых слов от людей, которые ведали Ивана Петровича особисто. Каждый письменник он неповторный по-своему, и каждый он безумовно несе у себе первую чергу, вот те успомины, те, коли так сказать, светопогляд тих местин, где он родился, жил и сформировался. Это бывает лет так до 20, там, ну, может, трохи больше, а лишь это застоится на все житие. И то, что припало для него как раз вот на Добрушскую землю, это как раз его ставление, как громадянина, как человека, это, конечно, он пронес позусе свою творчесть. 2016 объявлены у Беларуси годом культуры, и свято, примеркованное до годовины с дня нараджения Ивана Шамякина, стало одной из отметных культурных подей, бо объединяло не только часы, але и людей. Нагадало, что одинство коранёв, светопоглядов, литературной спадшины – наша сила и опора. 2016 год, объявленный президентом нашей страны годом культуры, для Гомельской области начался замечательным, очень значимым событием. Мы хотим, чтобы наша земля действительно оставалась знаковой для всех поколений. И самое замечательное, когда живет человек, и он жив до тех пор, пока жива о нем память. Таким человеком для нашей земли является Иван Шамякин. Керавництво Национального мастацкого музея подрихтовало для добрушан свой подарунок – выставу работ белорусских мастаков. На их краевиды белорусской земли, родные кутки и мястины, до яких так приемно звертаться думками, знаходить у гэтых успоминах сутяшение и теплыню. Из нагоды года культуры и из нагоды юбилея Петровича Шамякина – ну и в угле, как земляк, я каждый год вот, дару свои творы, творы своих коллег, своих мастаков. Как тут так само в моей персональной картинной галереи были представлены ведущие мастаки нашей Беларуси. Как они так само могли дотыкнуться до тех шедевров, тех творов наших ведомых мастаков. Ну и, конечно, как так на их выховали, мы смогли выховывать и молодое поколение. Поэтому я вельми счастлив, что сегодня нахожусь тут, среди своих земляков. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Так само менавіта сегодня краина вспоминает житё и творчество еще одного белорусского классика Ивана Мележа. Особливо дорого это имя для жыхару Гомельщины, откуль был родом талиновитый письменник. Сегодня, 8 лютого, означается 95-летие с дня его народжения. Ганна Ковалева протягнет тему. Іван Мележ нарадзіўся ў вёсцы Глінішча Хоніцкага района ў звычайнай сялянскай сям'і. Змагаўся на фронтах Вялікай айчыннай вайны, быў некалькі разоў паранены, аднойчы ледзь не пазбавіўся рукі. Пасляваенныя гады пісьменніка – гэта вучоба ў БДУ, затым аспірантура, праца ў рэдакцыі часопіса «Полымя» і месца дэпутата Верховнага Савета БССР. Літаратуры ж ён прысвяціў большую частку свайго жыцця, амаль за 30 гадоў з-пад яго пяра выйшла шмат навел, апавяданняў, п'ес і раманаў. Вяршыняй творчасці стала трылогія «Палеская хроніка», якая была
застается одним из самых визначальних творов белорусской литературы. Тими своими книжками, какие вы ведаете, я рассказал только одну, может быть, сотую, а может, не одну сотую, а только одну тысячную того, что я пережил, что я бачу в житті и что отчуває мое сердце. Я думаю, какими мы были бы саправды хорошими письменниками, коли бы мы могли вот передать человечьими словами то, что умеет отчувать наше сердце. Какими мы были письменниками. Сёння яго кнігі перакладзены на многія мовы свету. Па творах Мележа пастаўлены спектаклі, знятыя мастацкія фільмы. Яго імя носіць Мазырскі драматычны тэатр і вуліцы многіх гарадаў Беларусі. Па ўсёй краіне, у тым ліку і на Гомельшчыне, на гэтым тыдні пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя памяці знакамітага пісьменніка. Гэтай даце цэнтральная гарадская бібліятэка імя Герцена падрыхтавала літаратурны квэст для юнакоў пад назвай «Незвычайны востраў Курані» па раману пісьменніка «Людзі на балоце». Гульнявой пляцоўкай стала тэрыторыя ўсёй бібліятэкі. Маршрут квэста – гэта адразу тры паверхі будынка, іншымі словамі, пяць гульнявых тэрыторый. Шлях да фінішу адкрываўся той камандзе, якая правільна і хутчэй за ўсё змагла адказаць на пытанні вядучых. Гэта найбольш, я думаю, карысна і зараз у наш цяжкі век, калі людзі мала чытаюць, калі больш глядзяць інтэрнэты. Ну і от класіка, на жаль, напевно, мало захапляється. Захапіть класіка в такій формі, такої гульні, ну, гэта заслуга бібліятэкі. Малайцы. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель. Працягваем выпуск. Стварэнне новых працоўных месцаў, паказчык, які з 2016 года закладзены ў праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў. У Гомельскай вобласці плануецца працаўладкаваць не менш як 2300 чалавек. Прыкладна 10-ю частку ад гэтай лічбы ў Жлобінскім раёне. Прычым стварэнне працоўных месцаў прадугледжваецца таксама і ў прыватным сектары. Нашы карэспандэнты наведалі горад металургаў і даведаліся, як рэалізуюцца гэтыя задачы. Значная колькасць вакансій з'явілася ў Жлобіні з адкрыццём на базе прыватнага прадпрыемства новага шматфункцыянальнага забаўляльнага комплекса. У верасні мінулага года з яго ўвядзеннем у эксплуатацыю з'явілася 41 працоўнае месца. Боулінг, більярд, аэрахакей, утульны рэстаран, інтэр'ер у стылі дзікага захаду. Усё гэта дазволіць цікава і з карысцю правесці час жыхарам і гасцям Жлобіна. Мы планируем у гэтым году прадпрыемства дальше развіваць. Я надеюсь, у нас получится построить еще один розничный объект. Ну, наверное, до 40 рабочих мест, может быть, нам удастся создать. Также мы сейчас очень серьезно работаем над крупным медицинским центром. Если наши планы реализуются, то, наверное, около 90 рабочих мест в Жлобіні мы сможем создать на базе медицинского центра. Новыя працоўныя месцы былі створаны з адкрыццём у Жлобіні піцэрыі. Дзверы для наведвальнікаў былі ўрачыста адкрыты ў студзені гэтага года. Піцэрыя за кароткі час стала папулярнай у жыхароў горада. Перасчытана на 15 рабочых мест. В данный момент занята 8 чалавек. То есть 7 мест рабочых ещё свабодны. То есть, ну, падбіраецца калектыў. Толькі адкрылись, поэтому людзі пока работаюць ещё не все. Даволі актыўна ў Жлобіні развіваюцца прыватныя вытворчыя прадпрыемствы. Першапачаткова невялікая група прадпрымальнікаў жадала рэалізаваць сябе ў дрэваапрацоўчай галіне. Аднак праз кароткі час вырашылі займацца апрацоўкай шкла. Зараз арандуюць невыкарыстоўваемае дзяржаўнае памяшканне, дзе раней знаходзілася пажарная часць. Работалі ў другом памяшканні, оно было намного меншы, квадратаў 120, наверное. А потом нам исполком помог сняць это государственное помещение, вот это вот. Вот здесь 570 квадратов, и потихоньку перевозим вот это вот оборудование, и начинаем потихоньку подключать и, как говорится, и работать. Усяго ў мінулым годзе на карце Жлобінскага раёна з'явілася 47 прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу, што дазволіла працаўладкаваць 166 чалавек. На 2016 год планы больш маштабныя. Плануецца стварэнне каля 200 працоўных месцаў. Дмітрый Котаў, Алеся Рудзянкова, Сергій Лукашук, тэлерадыёкампанія Гомель, Жлобінскі раён. Да іншых тэм. Згодна з аператыўнымі дадзенымі Гомельскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, на мінулым тыдні адзначаўся сезонны рост захворванняў на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі. У параўнанні з тыднем папярэднім ён павялічыўся на 18%. Найбольш высокі ўзровень захворвання зараз адзначаецца ў 8 раёнах вобласці – Мазырскім, Нараўлянскім, Акцябрскім, Петрыкаўскім, Чашэрскім, Ельцкім, Лельчыцкім і Кармянскім. Разом с тем, пэўныя карантинные мероприемства протягивают заховываться и на інших территориях. Олег Сентюров ознайомился с ситуацией у Брагинском районе.
от агрогородка Красное Брагинского района до погранперехода Комарин усяго 15 километров. Украина, где означается несприятная ситуация по гриппу, зусім побач. Не в последнюю чергу, именно этим фактом можно растлумачить повышенную увагу до здоровья каждого жихара. Правда, непосредственно сярод местного населения неких хвилеваний не назирается. До межи хоть и недалеко, але яна литерально на замку. Усіх, кто приезжает с боку Украины, обов'язково проверяют на наявность хворобы тепловизором. Выключение не робится ни для кого. Хоть певные обмежевания у вёсцы усё ж таки увяди. В целях профилактики отменяем все культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, на которых могут дезинфекция проводится обязательно всех помещений, дверных ручек, столов, ученических стульев. Учащихся первого класса игрушки также обрабатываются дезрастворами. В столовой и на пищеблоке все обрабатывается дезрастворами. Что тычется необходимых леков, как для профилактики, так и для лечения, то их у Ново-Ялчанской амбулатории запас, как минимум, на 2 тижні. Пясковцы никакого ажиотажа не робят, але профилактикой занимаются. При подозрении на грипп анализы доставить в районную больницу на протягу 2 годин. Хоть эпидемии у вёсцы не чекают. По-перше, около 40% местных жихаров зробили отповедные прищепки. А прича того, напередодні повышения узровню захворывания, медики провели встречи у научных установок и на предприемствах, где еще раз нагадали, как поводить себе у небезпечный период. Алгоритм действий у самих медиков предугледживает все возможные ситуации. Лихорадка, если высокая интоксикация, головные боли, если есть тошнота, есть рвота, мы предлагаем всем, чтобы это был вызов сделан на дом. Выезжает доктор, выезжает медсестра, вот, и там на месте решается вопрос о дальнейшей его госпитализации, вот, и о дальнейшем его лечении. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. У Китая знашили Новый год по усходним календары. Не застались у боку от этого свята и белорусы. Разом с китайцами, которые зараз працуют на Гомельщине, они принимали удел в веселых конкурсах и оценивали оригинальные усходние танцы. Наши корреспонденты провели несколько годин за межными будовниками Добрыжской паперово-кордонной фабрики. Еще за несколько годин до Нового года сотни китайских специалистов находятся на працовных местах. С середины минулого года на новую паперовую фабрику начало поступать китайское, французское и австрийское обсталявание. Сёлета необходимо не только завершить его монтаж и провести пусконаладочные работы, але и отримать первый кордон. По словам керавництва новобудовли, ранее китайские специалисты уже узводили аналогичные объекты, але только у себе на родиме. Хотелось бы отметить высокий уровень на данный момент монтажных работ. Претензии по монтажу и производству работ у нас, как у заказчика, корпорации Сюань-Юань никаких не возникает. Китайские специалисты признаются, на Новый год вельми хотели поехать на родиму, каб сустрэць свята разом с родными. Тем больше, что у Китая его отзначают вельми масштабно, с карнавалами и фейерверками. Причем святкование протягивается целый месяц. Правда, с гэтыми марами пришлось развитаться. Усе 1200 специалистов застались на Гомельщине. Мы должны как можно скорее сдать данный объект для укрепления дружбы между Белоруссией и Китаем. На столах разностайная сады вина, а на сцене народные танцы и веселые конкурсы, после яких еще раз переконываешься, наши культуры вельми розные, але и агульного все ж таки шмат. Китайский вариант народной гульни «Узгадай мелодию», например. Это коли необходимо не только правильно назвать твор, але и добегчи после этого до вызначенного места. И бодай самый головный конкурс на этом святе – выраб пельменев. На новогоднем китайском столу это самая головная страва. Бодай одинное отрознение от пельменев белорусских – у их больше городнины. Китайский Новый год для китайцев – это самый важный праздник в каждом году. Особенно если человек за границей долго работал, перед Новым годом обязательно должен домой уехать. За несколько годин до Нового года по усходним календарю китайские специалисты праз интернет веншуют своих родных. Сучасные технологии позволяют убачить один одного и рассказать о пошние новины. Ровно у 3 години дня по белорусским часе уключаются усе телевизоры. У Китая начинается прямая трансляция початку Нового года вогненной малпы. Теперь можно повиншовать усіх сябров, у тым ліку белорусских. На гэты раз усё зразумела без перакладу, с пожаданиями счастья, багаття и добробыту. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель» з Добруша.
На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Шыбукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.